друзья, я сейчас на СТК Мотор на нашем картодроме и просто с волнением и придыханием в голосе хочу показать, что у нас здесь происходит. Наш любимый поворот, первый после старта, полностью сфрезерован асфальт, полностью сняты все кочки. Вот яма здесь видна, до нее не достал фрезер. Сейчас техника подходит в ближнюю шпильку, на вход в ближнюю шпильку. Вы представляете, насколько это знаковое событие? Наш любимый картодром, родной, на котором выросло столько гонщиков, столько прекрасных пилотов, наконец-то первый раз 2005 года подвергается ремонту. Мы счастливы, мы очень счастливы. Мы счастливы это озвучить и рассказать об этом всем. Представляете, что сейчас... Кубок Нечерноземья получит все второе дыхание. Все вот эти вот, даже была лужа, кто помнит, вот здесь была очень глубокая лужа, так она до сих пор осталась. Да, не достала, насколько здесь было много, большой перепад по уровню. Полностью сфрезерован большой круг. Насколько я вижу, полностью уже сделана дальняя петля. И сейчас эта участь ждет в том числе и нашу любимую ближнюю шпильку, где в течение многих-многих лет происходила ожесточенная борьба в рамках всех соревнований, которые здесь проводятся. У меня сердце прям замирает в груди, когда я вижу то, что сейчас происходит. Пока точно не могу сказать, кому мы благодарны, должны за вот это вот то, что сейчас происходит. Но так как это происходит, то потом, когда вот здесь наконец-то состоятся соревнования, первое после того, как произойдет ремонт, мы обязательно всех, скажем так, поблагодарим и назовем всех благодетелей, кто сделал сейчас для нас вот это вот то, что сейчас происходит. Так что, друзья, следите за каналом Karting People, следите за группой Кубка Нечерноземья по картингу. Я думаю, что этот сезон в Ярославле гонки будут проходить уже по хорошей ровной трассе. И мы снова вернем в Кубку Нечерноземья тот статус и то значение в российском картинге, которое он когда-то имел. На всех машинах, которые здесь, видно только вот такой вот бренд. Что ж, мы запомним этот бренд.